Тащу рыбу. Не, у меня через ОБС, чтобы микрофон фильтровать. Тащу я рыбу, короче, так, стою. Так, подключил, да? В Дисе у меня 42 минуты назад такая была. Да, да, я включил запись. Ну, наверное, синяя. Ну да, слушай, он большой. Это синяя. Это не... Это синька. Да он это не обычный трофей. Это синяя. А, это черт. Это синяя, нормально, черт. Это синяя чешуя, да? Нет? Нет, 26, а чё? Я думал, а что такая черная была? 30 же, да, синяя? Расист, ёбаный. Свистит прицелон у меня. Вот буквально 15 минут назад был трофейный карп. Сейчас что-то клюнуло опять интересное. Вот такие вот дела происходят. Стою я на точке. Ну, как бы почти 12 часов, но я так уйду-приду, но это без перезахода. Прошу заметить, я не перезаходил. Вот, но 12 часов. Я уже только не успел эти 12 часов сделать, где я только не был. Уже и помидоры сажал, и огурцы высаживал в теплицу. И ездил, приезжал, уезжал. Вот такие вот дела, но... Но я не перезаходил. Все-таки трофеи клюют. Вклинить просто не получается, да, опасно. Опасно клянчить, потому что сопротивляется довольно-таки достойно. Туда-сюда дергает. Ну да, у нее черная хребтина такая. Огромный просто плавник, просто большущий плавник. Черная спина такая. Ну вот у 26-килограммового тоже был огромный плавник, но, блин, он был 26-килограммовым. Блин, ну прям крупный. Однозначно трофей, но мне кажется, 30 килограмм в нем нету. Почему-то мне именно так кажется. Ну да, 23. Прошлую чешую на 23 я вытащил просто спокойно. Она даже была чуть покрупнее. Я прям, ну просто выдернул ее. Прям хоп и все. На это довольно-таки, блин, побрыкалось. С этой пришлось повоевать. Так, ну, на самом деле уже 12 часов ночи у меня, поэтому хочется спать. Карф чешуйчатый, давайте по массе чисто. 6 трофеев я закрыл. Последний был, получается, 58 минут назад, и потом как отрубило. Вот такие вот дела. Вот. Еще раз Е4. 83, 145. Калипса 35. Две удочки у меня крем-брюле 18. Белый шоколад 18. Дип белый шоколад. Одна удочка, на которую заходил, наверное, последний троф, это мидии с перцем 24. Смесь специй 20. И дип мидии. Последний трофей вот был на нее, как раз таки на 22-200. И прикорм. Что по прикорму? Это молотый горох. Крем-брюле 14, белый шоколад 14, сливки, бисквит и белый шоколад. Вот такие вот дела. 35-я эклипса, повторюсь. Сейчас пойдем до кафе. Проверим так чисто, просто ради интереса. Там, ну, понятно, что от 1000 монет я все-таки заработал, думаю. Так, я перезашел, появился возле кафе. Так, что у нас есть? У нас есть чешуя, которая у меня как раз таки сюда подходит. Моя самая большая чешуя, 254 монеты. Закрыл я кафе. Записываем чисто 250. У нас в уме остается. И бегу до, собственно, рыбного рынка. На самом деле он очень далеко на Интарке находится. Как-то, ну, необычно по цене. 183, 179, 171, 170, 156. Даже самый худой трофей весит 156. Не весит, а, господи, а стоит 156 монет. Довольно-таки как-то печально, блин. Амуров на 100 монет. Строчка амуров. Зеркалки 50. Линейки 114. Рамы 89. Один усач был на 38. И чешуи, если без трофеев, то... на 500, а с трофеями на 1300. И вся рыба выходит 1789,
А суммарно это, ну, там больше 2000 выходит, конечно, за сегодня, да. Зашел я с утра, китайская точка, 0 рыб в садке, первая поклевка, что-то брыкалось, и, как я понимаю, это трофейная рама. Ну, скорее всего, потому что куда такая ряха там? Горб, как у верблюда, блин. Блинский. Видимо, это трофейная рама чисто так с утра зашла мне. Просто добрый вечер. Давай сюда. Да. Трофейная рама с утра, ёлки-палки. Вот это харя даже не вылазит. Этот поплавок, да-да. Плавник сверху не вылазит. Такие вот дела. Ну, блин, довольно-таки хорошо. Чат сломался, кстати, да? Классно, сломанный чат в игре. Обожаю. Плюс реп разрабы. Так, давайте, блин, сильно зажал. Ладно, давайте закинемся. Клипса 35-я. Так, поставлю-ка я удочку. Вот такие вот дела. Вот сама сборка. Все как и вчера. Крем-брюле, шоколад, белый шоколад, прикорм. Прикорм там уже кончается, блин, у меня. Ну, то же самое и по прикорму, собственно говоря. Никаких изменений. Что-то тут сидит небольшое на третьей удочке. Ну, все-таки хорошее начало, блин. Первая поклевка и трофей. Точка китайская. Сейчас я покажу ее по карте. Дотащу эту чешую и по карте покажу. Ну, на самом деле, да, она и выглядит так презентабельно даже внешне. Поинтереснее, чем тот же самый пляж. Тут в таких вот камышах такая протока. Вот, квадрат это у нас получается C7. Пляж аж тут. Тут и глубина на метр больше. Трехметровая. Вот, ну постою, начало хорошее, на самом деле. Трофейная рама. Ой, а, ну да, да, трофейная рама. У меня, конечно, она есть, но, блин, но все равно поприятнее, чем чешуя. Буду сидеть дальше. Что-то я подтащил, не знаю, спорно, трофей, не трофей. Ну, карп. Ну, карп. Да, трофейная чешуя. Трофейная чешуя клюнула. Опять, кстати, на эту же удочку. Ровно час прошел. За час два трофея зашло. Вот такие вот дела. Вот такой вот час. Продуктивно. Сейчас буду кидать спот. Так, ну прошло 10 минут. 11. 12 уже прошло. Что-то у меня клюнуло. И что-то мне подсказывает, что это опять трофейная чешуя. Две подряд. Да. И она дала 0,2%. Блин, тут классно заходит. Мне до этого 0,1 зашло. Еще вот уже 0,2. Уже 0,9% мне осталось. И это довольно-таки хорошо. Я вот не помню, кидал ли я, блин, спот. Блин, я не помню, кидал я спот или нет. Вроде бы да, а вроде бы и нет. Что-то я забыл, блин. На самом-то деле. Да. Почему-то я забыл. Но в любом случае классно, два трофея подряд. Я вообще рад этой точкой. Ну и рама не чешуя, такой поприятный троф. Да, закрыто, но все-таки рама, блин, прикольная. Подтаскиваю я какого-то карпика. Провиднелся плавник не чешуи. Вроде бы не чешуи. А может быть и чешуи, нет. Это однозначно уже не чешуя, это зеркалка, да, у нас. Ну... газовала так относительно куда-то. Что-то там делала. Мотала. Ну, за пару минут я ее вытащил. 7 минут назад у меня был тот карп. И что-то прошло. Я, блин, не знаю, сколько минут прошло. Нет, это даже не трофей. Это что-то предтрофное, значит, потому что слишком быстро я вытащил. Да нет. Не-не. Просто хороший вес, но не трофей, видимо. 24 200. 800 грамм где-то потерялось, бывает и такое, к сожалению. И пришло время через 2 минуты кидать спот. Да, вот такие вот дела.
Все, не могу я никак отойти. Что-то подсело опять. На правой удочке что-то вообще очень аккуратное. Я не знаю, что там за поведение. Сначала леска уходила вправо, но в этот момент клюнула левая удочка. Я взялся за нее. Вот такие вот дела. А на правой что-то прям, ну, то ли что-то мелкое, то ли что-то хорошее и аккуратное. Ну, чисто такие мысли, как в жизни, знаете, когда у тебя что-то так вот еле-еле дергает, и это либо просто мелкая рыба, которая крючок еле в рот влазит, либо же это что-то очень хорошее. Но, блин, просто так прям по чуть-чуть только тащит вот эту вот правую удочку. Хотя леска была прям вот за вот этими камышами просто туда, вот она на 35-й клипсе прогуливалась, потом ушла в противоположном направлении. Но сигнализатор еле-еле мигает. Вот это интересно на самом деле. Хорошая крупная чешуя. Да, однозначно трофейная. Такое пузо торчит. Смотрите, что делает. Это долбится. 22. 22 килограмма чешуйка. И давайте посмотрю, что тут такое. А, ну да, что-то очень маленькое, что даже не способно было просто загнуть удочку, и поэтому гуляет туда-сюда. Так, подтаскиваю я, он уже плавничок виднеется. Ну, на самом деле, крупная, блин, особь такая прям. За, мне кажется, вот этот вот уже точно за 25. Потому что плавник больше, чем вот у прошлого на 22. Ну, или, может быть, так просто преломление, я не знаю. Солнце в зените так светит. Передвинулось. С утра, ну блин, этот, мне кажется, покрупнее будет. Прям покрупнее, покрупнее. Хороший, блин. Это не синяк? Да нет, какой синяк? Вот о чем я? Чтобы мне до синяк клюнул, но это хороший в любом случае. Очень жирный. $27,300. Ну блин, ну да, больше 25. Нормально. Два подряд. Я рад. Точка хорошая. За 2 часа. Раз, два, три, четыре, пять трофеев за 2 часа. Можно сказать, что это, блин, раздача на самом деле. Будем стоять дальше. Решил показать. Я подошел какой-то цветничок. Первый. За 20 рыб. Призрак зеркальный. Вот такие вот дела. Надо было отъехать, я допустил очень большую ошибку. У меня нет лески на удочке. На 29-м фрике размотало 300 метров лески. Видимо, синяк был. Минус вся сборка просто. Пришел я к такому выводу, что надо заканчивать, потому что последняя поклевка была 32 минуты назад. Конечно, да, был синяк, который вымотал 300 метров. Клевало утром. Последний трофей 10 часов назад, да, я там приходил, уходил, выходил. Но больше трофеев не было. Ну, в принципе, 5 штук сегодня и 6 вчера. Сейчас, наверное, пойдем посмотрим по цене. Продам рыбу. И из двух видосов вчерашнего и сегодняшнего слеплю один и буду заливать на канал. Посмотрел я кафе, по кафе ничего нету. Вообще ничего нет. Там амурная 16, но амура на 16 у меня нет. Амуры, конечно, были, да, 3 штуки, но самый большой 13500. Так, вышло амуров на 52 монеты, кстати, довольно-таки хорошо с 3 амуров-то. Зеркалок на 94, один призрак за 30-ку, 2 линейки, 3 рамы, одна из них трофейная, причем очень-очень много чешуи. Блин, самая такая чешуя 119 монет всего лишь стоит, что-то прям печально, все по чешуе 800 чем-то, так, ну почти 900 и один усач. И вся рыба вышла на 1488, блин, я думал хотя бы от 2000 будет, но все-таки нет, вчера было за 2, чуть-чуть за 2. Сегодня за такое же время вышло похуже. Ну, я качнул донку на 0,4% за сегодня, поэтому как бы все равно время не впустую прошло, донка чуть прокачалась. Вот, вчера стоял я здесь, сегодня вот здесь вот, и тут и там 35-я клипса, поэтому приходите, пользуйтесь, кому интересно половить карпов, ни хвоста, ни чешуи и синего трофея тебе в садок, дружище.